Санкт-Петербург и Большой университет – неизведанный мир для Нобелевского лауреата по химии Томаса Линдала. Он впервые выступает перед универсантами старейшего вуза России. Тема – нестабильность ДНК или как возникают дырки в генетической цепи. Мы смотрим, как разлагается структура ДНК в водном растворе. Потом считаем, какие изменения происходят, и выявляем слабые объекты структуры ДНК. Ученый отметил, что это лишь малая часть того, что они с американским коллегой изучили. В перспективе им нужно рассмотреть, какие реакции происходят со структурой ДНК, как она может быть поражена, и главное ответить на вопрос, что вызывает онкологические заболевания. Мария Полухтина, Евгений Горяев, Алексей Чупка, Медиа-центр СПбГУ.